борщик. Мясо отдельно положим на говяжьем бульоне. Борщ у меня что-то такое, что ложка стоит. Ладно, не стоит, но все равно что-то так быстро получилось. Пам-пам-пам. Что же это? Это очередной кусочек про что в моем чемодане. Мы сегодня вечером уезжаем. У нас завтра рано утром самолет. Соответственно, я снова собираюсь, чтобы не показывать прям одно и то же, что вот, смотрите, я беру тюбички с шампунем, зубной пастой, зубную щетку, какие-нибудь там прибамбасы для зарядки девайсов. Я сегодня, наверное, больше сосредоточусь на одежде. Покажу, сколько я беру с собой. Мы едем примерно на 10 дней. Я тут кое-что накидала, тут перемешку мои вещи и вещи Андрея. И вот здесь вот немножко шоколада голландского и голландских вафель. Называется Stroop Waffles. Вот, это мы берем, чтобы дарить всяким друзьям, в общем, с кем пересечемся. Едем на яхтинг, едем на Канары, это Испания. Днем там жарко, ночью может быть и плюс 6. Поэтому полетим в яхтенных куртках, но с собой и легкую одежду тоже надо взять обязательно, потому что днем будет жарко, можно будет загорать. Абсолютно, совершенно точно берем вот эти вот худи. Моя желтая, Андрея фиолетовая. Это корпоративные, поскольку мы едем на мероприятие, собственно, чьи корпоративные худи это и есть, то надо бы их взять с собой. Неплохо бы, наверное, взять флиску, потому что может быть холодно. В общем, сейчас посмотрим, что по местам будет. Про это я пока подумаю. Тут, кстати, буквально 2 или 3 дня назад лежали еще мои белые штаны от Nike, но я их благополучно продала. Так, поеду я, наверное, вот в этих спортивных штанах. Мне в них хорошо, удобно, относительно тепло. Места они сами по себе занимают много, поэтому тащить их с собой я не хочу. Поеду прямо в них. По верхам моя подруга Таня связала мне такой вот верх. Я думаю, что я в нем разве что загорать буду, не знаю, посмотрим. Я вообще не уверена, что можно будет там купаться. Вот, но, по крайней мере, для позагорать возьму. Таня не остановилась на одной вещи и подарила мне еще вот такой топ. Это, конечно, все такие пляжно-отпускные истории. Это не про то, чтобы ходить в городе, а когда в них еще ходить, как не в отпуске. Так что беру с собой. Езжу я почти всегда в каких-то вот спортивных топах, потому что они подходят и для типа загара, купания, и заменяют бюстгальтер отдельно. Бюстгальтер в поездке я никогда не беру. Ну, кроме случаев, когда там, не знаю, надо как-то очень парадно быть, и спортивные топы не влезают под платье. Так, это мой супер такой балахон. Поскольку там довольно жесткое солнце, я думаю, придется время от времени его надевать, чтобы не сгореть. Кроме топа, я беру еще верх от купальника, тельняшку. Она хлопковая. Беру вообще так, на удачу, ну, в смысле, кто первый схватил, тот и будет носить. А это и моя вещь, и Андрея. И, наверное, возьму еще одну тельняшку, тоже с длинным рукавом, потому что раздеться всегда можно, а вот когда мерзнуть начинаешь, это не очень приятно. Что по шортам? У меня есть вот такие шорты спортивные. Есть джинсовые драные. И есть килоты, которые я когда-то обрезала и сделала из них тоже шорты такие средней длины. Сейчас, наверное, просто примерю и решу, какие из них я возьму. Это все еще мое пыльное зеркало и шорт номер 1. Это дизель. Шорт номер 2. Сейчас, кстати, померяю с чем-нибудь другим еще, не с этим топом. Таня, привет.
В общем, немножко надо поднастроить эти складочки, да я уже там разберусь. Их можно, в принципе, совсем распустить и завести за спину. Так, ну и последние на сегодня шорты. Прикрываюсь, потому что что-то как-то... Боюсь, что YouTube забанит. Короче, как-то так. Я подумала и решила, что поеду я в черных шортах. Ну, вернее, возьму с собой. А джинсовые и другие джинсовые зеленые пусть ждут следующего раза. Так, это я не беру. Беру еще одно платье из одежды Андрея. Берем... Это не то, что вы подумали, это какой-то шампунь. Берем. Возьмем что-нибудь для пробежек. Возьмем плавки. Возьмем футболок каких-нибудь. Так. Ну и какую-нибудь спортивную легкую. Вот так. Даже? Да. Из обуви. Вот обувь, в которой мы поедем. И кроксы у меня. А у Андрея еще одни легкие кроссовки. Он кроксы не любит. Возьму еще, наверное, велосипедки. Есть у меня мысль, что, может, можно взять велосипедки вместо черных шортов. Но... Даже не знаю. Ладно, посмотрим, что с местом будет. Если места будет достаточно, то возьму и то, и другое. Если места совсем мало будет, то возьму велосипедки. А еще у меня есть шорты, которые мне малы. Я их, в принципе, даже могу застегнуть. И даже могу в них присесть. И, наверное, даже сесть. Но все равно как-то прям чувствую, что супер в обтяг. И они из 100% хлопка, они вообще не тянутся. Это неудачная покупка, которую надо перепродать обратно. Это не прекрасно. Тут расческа. Там SPF. Ну, еще один у нас рюкзачок будет. На 10 дней едем. Вдвоем. А тут я отложила вещи, в которых мы непосредственно поедем. Ну, и еще куртки теплые. Теплые. Яхтенные, непродуваемые. Непромокаемые. У меня терапевтический шопинг. Оцените цвета вообще. Надо как-то выходить из этого состояния. И я заметила, что у меня перед поездкой часто бывает такое, что типа, о боже, я куда-то еду, надо срочно магазинчик. Что-то какая-то мятая, но безжалостный свет ровно сверху. Ничего хорошего не обещает. Так, это мужской эль. Он на меня велик примерно вот так. Нет, наверное, это все-таки too much, too big. Что, блин? Они вообще нормально выглядели на девушке. Это какие-то штаны на людей без попы или без талии. Это, в общем, либо одно, либо другое. В талии они не велики, в попе вы сами видите просто. Все с складками идет, короче. Что за жесть? Карманы впиваются. Короче, просто то ли не на мой рост, то ли я не понимаю. У меня задача купить какие-нибудь длинные такие футболки, достаточно плотные, потому что мне несколько вышло из строя.
Вот, футболки для больших и высоких мужчин. Это мой выбор. Сразу чувствуешь себя очень маленькой и стройной. Это что-то типа костюма кочевника. Как ни странно, мне даже нравится. Нравится, что такие супер длинные рукава. Ну, в общем, сидит неплохо. Что-то меня потянуло на оверсайз. Ну, честно говоря, тут приходится как-то хитро укладывать складочки, чтобы не торчало то, что не должно торчать. Я ж не знаю, как-то с этими складками. Не слишком много складок. Я все не могу успокоиться по поводу вот этих розовых брюк. Они же выглядят на вешалке, ну вот абсолютно как мои вот эти тоже. Вот это вот посередине полосочка, тоже высокая талия, широкая резинка. Ну, блин, вообще, что общего? Размер один. Не только у меня такие штучки. Вдруг кто-нибудь соскучился по Амстердаму. В Амстердаме все прекрасно. Ну, почти все. Андрей обычно пьет капучино, а я пила кофе. Мамушка. Сегодня переночуем у наших друзей. Да. Ой. И завтра едем в аэропорт. Вернее, ну да, завтра. Очень рано. На котике, который нас уже не первый раз обгоняет, висит AirTag. Ну, в смысле, вот этот вот location device от Apple. Я ел хинкали, а вечером домой притащил Дилари хинкали. Мы открыли красное вино, рубили грузинскую музыку, ели хинкали, и это было так вкусно. Я знаю другую, если прямо вот через этот... В 4:15 утра мы проснулись в Амстердаме у наших друзей. Okay. Так вот, мы проснулись в 4 с небольшим утра у наших друзей. Вот мы уже доехали с Хипхола, машину оставили в Амстельфейне. Идем на регистрацию. Нет, не на регистрацию, идем к гейту. Зарегистрировались мы онлайн. Mm-hmm.